Самая многочисленная и сплоченная казахская диаспора в США уже в 15-й раз празднует Наурыз в штате Вирджиния. Танцы, песни, национально-спортивные игры и традиционный казахский дастархан. Все как на родине. В этом году день весеннего равноденствия сюда приехали отметить и гости из других американских штатов. Украшением праздника стало выступление детского хора «Балауса». Этот уникальный детский коллектив появился в Вирджинии более 10 лет назад и теперь прославляет нашу культуру в Америке. Празднование Наурыза продолжилось казахским обрядом Цаукесер, который произвел впечатление на гостей. Они с удовольствием участвовали и в национальных играх, а после перед ними выступил и созданный в США танцевальный коллектив «Гульдер». Здесь же была развернута выставка изделий декоративно-прикладного искусства. Каждый год организаторы празднования Наурыза в США готовят разнообразную программу, где представлены обычаи и традиции страны Великой Степи. В этом году мы уже 15-й раз отмечаем Наурыз. Казахская диаспора в США расширяется. Сегодня приехали наши соотечественники из Вирджинии, Мэриленда, Нью-Джерси, Нью-Йорка, Северной Каролины. Многие приехали с детьми. Мы поем, танцуем, приготовили Наурыз кожи, баурсаки, плов, бешбармак. Весело празднуем. Я сам родился, вырос в Казахстане. Очень приятно видеть своих соотечественников. Очень классно то, что мы все держимся вместе. Меня зовут Джонни, это моя жена Дана. Она из Казахстана, из Алматы. Мы сегодня отмечаем Наурыз в Вирджинии. Желаем всем казахстанцам мира, любви и процветания.